завершилось первенство России по шахматам, по быстрым шахматам, и остался только провести первенство по блицу. Оно будет проходить вот в этом зале. Сейчас вечер, а завтра здесь будут бои. Интересно, сколько здесь народу войдет. Раз, два, ну это же мы можем спокойненько посмотреть. Так, 6, 7 и 5. 18. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 на 18. Ну, где-то 350 столов, условно говоря. И на два, то есть где-то на 700 участников. Но здесь, вот в прошлом году, и здесь вот. Так что это еще запасное место, где может быть устроено. Наверное, сотню участников. Так что резервы есть. Там даже вон столы лежат, сборные комплекты. Я думаю, все желающие смогут принять участие. Вот одна из возможных юных участниц. Добрый вечер. Представься, пожалуйста. Ты играешь в шахматы? Так, откуда ты? Вот мы сейчас с ней поговорим, попалась. Так, откуда? Из Воркуты. Из Воркуты. О, ну это же жутко интересно. Как тебя зовут? Полина. Полина, чуть-чуть погромче, потому что нас никто не слышит. Я боюсь, что и в интернете нас не услышит. Полина. Так, а фамилия у тебя есть? Алферова. Ага, Полина Алферова. Какой разряд? Второй на этом турнире присвоили первый. Так, значит, ты что-то такое заняла, какое-то место хорошее. Сколько ты набрала очков? 8. 8 очков из 9? Это в классике. А в рапиде ты играла? Где? Ну, в быстрых шахматах. Сегодня, вчера. А там какой результат? Немного, да? Понятно. Ты играла в первой лиге, да? Да. Кто твой тренер? Белов Евгений Юрьевич. Белов Евгений Юрьевич. Хороший тренер. Не обижает. Точно. Понятно. Хорошо, спасибо. Удачи тебе в завтрашнем турнире.